оголен, как многолетний дуб, ноябрьское пасмурное утро. Слова копились на изгибе губ, но не слетали, что довольно мудро. Что мне сказать решившему уйти? Напутственно-классическое с Богом? Иль грудью лечь у самого пути, всем телом преградив ему дорогу? Схватить за сердце и взглянуть в уста, на заиканье заменить глаголы? И стоит ли паденье высота, когда она сама стремится к полу? Конечно, нет. Ступай, и слеп, и глуп. Придет весна, на дубе будут листья. Слова копились на изгибе губ. Я умоляла их не шевелиться.